Перефразируя известный лозунг, брошенный Ульяновым Лениным в октябре 17 года с броневика на Финляндском вокзале, сегодня тоже можно сказать: объединение партий Отсма Юдит и Ацианут Адатит, о необходимости которой все время говорили в правом лагере, свершилось. Блок партий Итмара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича в переводе на русский звучат как еврейская мощь и религиозный сионизм, который создан на минувшей неделе. К объединению предвыборных списков этих партий приложил усилия и лидер оппозиции Беньямин Нетаньяху. Соглашение подписали на таких условиях. Глава объединенного блока Бецалель Смотрич, за ним второй лидер Итмар Бен-Гвир. Далее чередуются друг с другом кандидаты в депутаты от Ацианут Адатит и Отсма Юдит. Союзы партии Бен-Гвира и Смотрича пророчат 12 мандатов в Кнессете 25-го созыва. Кандидатам в депутаты от каждой из партий, которые оказались в общем списке ниже предполагаемой дюжины мест, вряд ли светит попасть в Кнессет. Это вызвало недовольство в рядах активистов обеих партий. Общая цель – возвращение к власти Ликуда вместе с правыми сионистскими и религиозными партиями – показалось всем трем лидерам важнее, и объединение состоялось. Лидера Ликуда не остановили прогнозы, что новый блок оттянет голоса у его партии. Нетаньяху опасался потерять часть голосов ультраправых избирателей в случае, если одна из партий не преодолеет электоральный барьер. Биби важнее укрепление правого лагеря в борьбе за власть. В том, что Бен-Гвир и Смотрич не конкуренты, а союзники Ликуда, сомнений быть не может, как и другие правые сионистские и религиозные партии, какие бы процессы внутри них не бурлили. Объединение религиозных сионистов с крайне правой партией Итмара Бен-Гвира пока не ведет к резкому усилению лагеря Нетаньяху. Таковы результаты опроса, проведенного институтом Panels Politics по заказу радиостанции 103FM. Лагерь Нетаньяху получает 32 мандата вместо 33 по опросу недельной давности. Вместе с 15 мандатами религиозных партий Смотрича Бен-Гвира у лагеря Биби остаются все те же 59 мандатов. То есть до заветной цифры 61 не хватит двух мандатов. Следует заметить, что на левоцентристском фланге мест пока еще меньше, лишь 55. В израильских СМИ появились сообщения, что Нетаньяху в ходе личной встречи пообещал Итмару Бен-Гвиру, что тот станет министром в случае победы правого лагеря на выборах. Предположительно, лидер еврейской мощи претендует на пост главы МВД, Министерства юстиции или внутренней безопасности. Однако не исключено, что, победив на выборах, Биби все же оставит Бен-Гвира, последователя ультраправых идей Рава Мейера Кохане, за бортом правительства, чтобы не ссориться из-за этого с США и Западом. Популярность самого Итмара Бен-Гвира растет. Согласно результатам опроса, проведенного тем же Panels Politics, 64% израильтян поддерживают законопроект, который намерен выдвинуть Бен-Гвир. Этот законопроект позволяет депортировать из Израиля тех, кто активно действует против интересов Израиля, в том числе депутатов, обладающих иммунитетом. Лишь 26% возражают против этого законопроекта, а 9% не имеют по его поводу твердого мнения. 83% электората правого лагеря поддерживают инициативу Бен-Гвира. За нее высказалось также 47%, то есть почти половина опрошенных сторонников левоцентристского лагеря. Израильская авиакомпания Israel попросила председателя партии Отсма Юдит удалить из интернета видео, на котором он, указывая на пустые кресла в самолете, говорит, что здесь есть отличные места, чтобы отправить депутатов Кнессета от арабских партий куда подальше. Israel возразила против того, что в ролик попал ее логотип, а это говорит о приверженности авиакомпании идеям депортации. Бен-Гвир
отказался удалять видео и сказал, что его фотографируют во многих местах, и уличные вывески в кадре не отождествляют эти банки или магазины с его партией. Продолжаю будоражить общество поступки и высказывания бывшего депутата партии «Наш дом Израиль», а ныне главы новой партии под названием «Свободный и демократический Израиль» Эли Авидара. Согласно результатам опросов, Авидар со своей партией не сможет пройти в Кнессет и даже близко не подберется к электоральному барьеру. Предвыборная деятельность бывшего депутата способна ослабить лагерь Яир Лапида на один или полтора мандата. Глава переходного правительства и лидер коалиции попросил Авидара снять свою партию с предвыборной гонки, чтобы не допустить потери голосов левоцентристского избирательного блока. Авидар ответил Лапиду решительным отказом и снова предупредил, что готов на любые слияния и союзы, в том числе и с арабскими националистами и не сионистскими партиями. Бывший однопартиец Авидара, министр сельского хозяйства Одет Форер, решил продвигать в Израиле производство и сбыт свинины. По мнению главы Минсельхоза, это снизит цены на рынке и сделает некошерный продукт доступным для несоблюдающего традиции населения, особенно нееврейского. А по вопросам религии, по словам Форера, которые цитирует телеграм-канал «Люди в черном», надо обращаться в Министерство по делам религии. Вопросы предвыборного питания беспокоят и партию ШАС. Она нашла в Израиле голодающих граждан. Партия, представляющая религиозных сефардов, запустила предвыборный кампейн под девизом «Голодные к переменам». В ШАС разъяснили, что слоган – это ответ на правительство перемен Лапида Ганца, которое превратило средний класс в новых бедняков. Эти люди уже не могут выдержать рост цен на продукты и жалуются на это у полок супермаркетов. Партия Арье Дери называет себя единственной в Израиле общественно-политической силой, выступающей за продовольственную безопасность. ШАС заявляет, что стремится исправить несправедливость и защитить средний класс и слабые слои населения, в том числе 2,5 миллиона работающих израильтян, которые не могут свести концы с концами. ШАС насчитала в стране 850 тысяч голодных детей и 201 тысячу экономящих на еде стариков. Одним из показателей бедствия – удорожание любимых напитков типа пепси-колы и наценка на одноразовую пластиковую посуду.